Всем привет, с вами канал Tigernaut Play. И мы продолжаем выживать в 7 Day to Die. Так, сегодня у нас вроде, по-моему, Орда должна быть, по крайней мере. Сейчас мы выйдем, глянем, что там у нас творится. Скоро утро. И также, наверное, сходим, глянем обратно в тот город, полутаем его. Так, а что это за карта у нас? Так, мы что-то открыли там. Так, и что же это? Да, давайте выйдем, посмотрим, что там у нас творится-то вообще снаружи. Смотрите, там сколько этих зомбаков. С кем они там дерутся? Он, блядь, неубиваемый. Да сдохнешь ты, нет? Живой, что ли? Сдохни ты, блядь! Ну, а чё, они все ушли, что ли? Гай, куда это они все ушли? Просто так вот все исчезли и нету. А, ладно, хер на них. Так. А
А, мне тут забирать, они еще мне надо скинуть сначала все мое добро. Так, ну давай, пойдем. Так, что сюда можно скинуть? Смотрим, смотрим, смотрим. Ничего, да? Ладно. Дальше что мы здесь можем скинуть? Так, детальки, детальки. Здесь только готовое оружие. Здесь что у нас? Так. Детали какие-нибудь есть? А вот я подобрал серу, нафига я так подобрал? Так, здесь что у нас? Так, всякие пружинки. Та-да. Так, вот эту. Фары не сюда. Так, здесь что у нас? Эту скинем, шкуру скинем. Движки. Да, вот у нас есть два двигателя. Фары сюда же. Здесь такого ничего нету. Это одну аптечку. Шапки, всякие кепки. Есть у меня вещи. Вот, раз. Так. Корзинку, наверное, вот сюда надо. Надо же все-таки как мопед делать. Подойдет. Тоже сюда. Так, боеприпасы. Вот эту. Так, у меня еще какие-то запчасти, да? Вот это вот. Так, это ничего не надо. О. Вот это. Давайте побежали. Так, здесь пока нам... Блять, куда пошел ты? Так, открываем. Так, жирок. Застрял, не пролазишь что? Так, мясо приготовим сразу. Тоже готовим. Так, это скинем. Так, нам водичку-то придется взять, да? Взяли. Здесь надо найду что-нибудь. А, вот это надо скинуть тоже. Жирок. Так, нам с собой, я думаю, еды надо взять, потому что мы там останемся, наверное. Где-нибудь в доме спрячемся, заночуем. Я так думаю. Хотя, по идее, еду мы, я думаю, там найдем. Чего уж там не будет места, что ли? Так. А сразу патроны, у меня его съесть на дробовик. Дробовик сам. Вот это к патронам относится, бумага сюда же. Так, что тут еще? А, вот ракеты у меня есть 4 штуки. А гранатомет я просрал, да? Да.
Так, это запчасть. Сюда. Так, одежда. Вот, есть. Скидываем. Здесь у нас клей. Есть. Кубок. Это все туда идет. Этот листочек, куда его девать? Давайте вот к этой всякой хрени закинем. Так, ну мне же достаточно кубки, да все. Так, сюда сейчас закинем вот одну сюда. А, вот как раз все сюда закидывается. Все по полочкам. Пока по полочкам все раскидываешь, время дофига уходит. Уже 10 часов. Так что обратно сейчас не будем там заночуем, я думаю. Как-нибудь переживем ночку, я думаю. День в доме. Укроемся. Так. Спирт и... Давай, лезь. Так, бензин я с собой возьму, чтоб мало ли нужно будет. Так, отключайся, готово у нас все тут. Так, кушаем. Одно мясо на меня жрет. Так, ложим. Так, кукурузой докинем сейчас. Чтобы кусок мяса не тратить. Ну, с едой у нас пока проблем нет, все шикарно. Так, сейчас еще костяшки и спирт мне скинуть надо, да? И все, можно отправиться в путь. Сейчас еще воды надо напиться. Заранее. Так, боеприпасы, патроны какие-нибудь есть, только на дробовик, да? Так, где мне вот эти кости были? Вот здесь же, да? Да, вот они. Кости, они нужны, из них можно вроде что-то клей делать, что-то для факела вроде бы, что-то такое. По идее. Так, я не знаю, дробовик брать, не брать мне с собой. Сейчас проверим, патроны подходят. Так, за место чего возьмем? За место вот этого ножа нам сейчас нож пока не понадобится. Так. И потрошки надо к нему взять. Потому что мало ли чё. Да. Сейчас зарядим. Заряжен. 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 Все. Отправляемся дальше там лутать. А, воды-то забыл как. Блять. Так. Пей-пей-пей. Так, эти банки надо оставить здесь, они не нужны. Так, спальник, спальник. Заберу, наверное. Там, где им скинем спальник. Если вдруг сдохнем, чтобы возродиться там рядышком. А свою базу я сейчас на карте помечу. Флажочком. Типа флажочек это наша база. Так.
А, вот так. Так, здесь надо тоже какую-то отметку сделать. А, ну хотя там какие-то крестики он есть. Короче, вот в таком направлении. Вот где, наверное, вот так надо ехать. Вот там на карте у нас отмечены какие-то крестики, да. Скорее всего, нам туда. Так, уже 12 часов. Сейчас мы 2 часа будем туда ехать еще. По времени где-то выходит у нас. Еще дождь пошел. Что-то очень резко темно стало. Надо фары включить. Ну да, мы пока правильно, где мы это все проезжали. Я вот эти домашки, кстати, даже не лутал, надо будет потом тоже. Ну вот все, не успеешь, тут надо все лутать, тут очень много всего. Карта большая. Надо все успеть облутать. Еще времени нет, еще надо и базу делать, обустраивать. Что-то пока забросил базу делать. Мне там нужны ресурсы. Мясо пока, думаю, нам не надо. Так, тут резко погода такая хорошая стала. А, значок, сундук, это у нас. Вот я прочитал карту. Это у нас отмечено. Да? А вот мы сейчас как раз на сундук поедем. Можно сундучок копнуть, до города доехать, в спальник там скинуть и уже там лутать начать потом. Но это мы, наверное, за одну серию все не успеем сделать. Ну сколько успеем? Там дальше видно будет. Просто я когда создавал эту игру, ну, режим этой игры, когда первый раз начал играть, я сделал так, что, ну, реалистично было все. Там можно было, если умираешь, чтобы у тебя вещи не пропадали, но там я оставил все по-стандартному. Если ты умираешь, у тебя вещи пропадают там через какое-то время. Там сколько-то, если там за день, что ли, или там за полдня его не подоберешь свою сумку, она пропадает. А если ты повторно умрешь, то первичный лут твой пропадает, который, ну, первый раз ты умер. Что-то думал выживать так выживать, то неинтересно будет, если ты умираешь спокойно. Вещи потом можешь прийти в любой момент, забрать их. Как-то не по-честному. Так, опа. Вот даже на карте он прям весь загорелся. Ну, загореться загорелся, а у меня лопаты-то нету. Чем я копать буду? Для лопаты что надо вообще? Сейчас глянем. Ну, по-любому железо надо, которого у нас нету. Да? Да, пластин нужна. Так что наш сундучок пока отменяется. Но он на карте остается, по-моему. Не знаю, вроде не исчезает он. Давайте вон там крестики наши. На крестики поедем. Уже 15 часов. Орда прошла, сейчас ночь спокойнее будет. Если, ну, если мы в доме будем тихо сидеть, там, в принципе, нас особо не побеспокоит. Главное не шуметь. Медвежонок был. Не знаю, насколько карта большая здесь. Сколько вообще-то можно быть. Что-то еще в обновлении там я что-то читал. Вот в сообществе нахожусь. Seven Day to Die. На PlayStation там есть сообщество Seven Day to Die. Для русскоязычных этих пользователей. Я там состою. И там что-то в новостях я смотрел, что какие-то торговцы скоро будут, что ли. Что-то типа ждем торговцев.
Что-то, не знаю. Какое-то новое обновление, может, будет, связанное с торговцами. Может, какие-то торговцы появятся, у которых что-то можно будет покупать, или я не знаю даже. Ну хорошо, что разработчики как-то до сих пор игру поддерживают. Все что-то пытается добавлять нового. Он недавно он освещение вот это улучшили как-то графику. Чуть получше сделали. Так. Давайте пока дома вот эти полутаем, а когда уже ночка подойдет. Так, вот я летал, летал. Вот видно, что вот сразу двери он сломаны. Значит, я там был. Опа, а вот и завод какой-то как раз. Или что это? Давайте сначала вот этот маленький домик. Не знаю, полутаем. О, там банк, ребята. Так, надо, не знаю, свет. А, это у меня свет от этого горит. Ну куда-ка эти по башне твоей. Опаньки. Да, опять дождь идет, слышно. Зомбаков лучше сейчас сразу, потому что ночью они будут дикие. Живой, что ли, еще падла? Блять, откуда ты выскочила, чувак? Так, опять какой-то магазинчик, походу, да? Что-то я какой-то шум слышу, по-моему, нет? О, блядь, вот вас там не хватало. Да тихо, по-любому надвали. Да сдохни ты, тварь. Так, падла. Опа, опа, опа. Бля. Если он подбежит к нам близко, мы этот... Вот так он взрывается. И нас напрочь сносит. Так, всю снайперку я на него просадил. И пистолет на этих двоих здоровяков. Так, вот этот я дробовик, наверное, заберу. А желтый нафиг он мне не нужен.
Так, где мушкет тоже надо взять? Так. Так, где мы остановились? Давайте дальше вот так. Так, здесь пусто, да? На прилавках тоже ничего нет. Вблизи какие зомбаки видим, лучше сразу их убивать. Потому что потом нам тяжело будет с ними бороться. Я имею в виду, когда наступит ночь. Очень тяжко будет. Так. Тут я возьму пищицу. Кофе. Так, монетку берем, конечно. Так, надо сразу отметить, что я здесь был. Вот так. О, лопатка, которая нам нужна была для клана. Так, я вроде пока зомбаков никого не вижу поблизости. Так, вот это скину, это. Так, на всякий случай вот это скину половину патронов сюда. Мало ли что. Так, вот сейчас нам сюда надо залезть как-то. Здесь где-нибудь спальники нам надо.
Я думаю, вот здесь кинем. Вот так. И что теперь мы будем вот здесь возрождаться? Так, мы какую-нибудь дверьку можем что-нибудь сделать, нет? Давайте облутаем этот завод весь. Там есть были. Тут что, опа. Что это такое? Берем. Тут кидываем. Так. Здесь так себе шмотки. Берем синьку только или эпик. Синька. Да, возьмем. Так, кубок берем. Что-то я думал, помещение большое будет, много чего здесь будет полутать, а что-то нихера здесь нету. Опа. Это интересней. Чертеж на молоток. Он у нас есть. Не пойму, что это за здание такое, то офис, что это такое? С виду казалось какой-то завод, как бы промышленное какое-то здание. А внутри даже и не скажешь, что это какой-то какая-то фабрика, да. Давайте выше сходим. Так, выше, выше. А, все, мы выше, да? А как нам еще выше попасть? Что-то я не догоню. Там же вроде прям какая-то башня такая была. Как нам можно туда попасть? Опаньки, вот лестница есть. Ага. И как нам туда попасть? Типа доделать лесенку надо, что ли? Блять. Так, у меня ни железа, ни хера, ничего нет. Тик-тик-тик. Не, не хватает. Надо еще. Так, топорик надели. Оп, полезли.
А вот и ночь пришла. Да. А, нафига я все подобрал? Так, вот это мне не надо, вот это, конечно, эпик, но нахрен мне нужно. Пистолет. Ну, пока оставим. Заберем. Так, о. Эту возьмем. Так, и все, а выше еще нельзя. Бля, там же он можно как. Блять, вот их только не хватало. Этих горячих людей всяких. Смотрите, как они быстро бегают. Поэтому я ночью и не люблю лазить. Так, а все-таки же как-то можно попасть, нет? Бля, надо бы там ступеньку эту убрать нахер. Хотя я думаю, они не настолько умные. Так, ну вот тут показывают, как будто что-то есть там. А как туда подняться, блядь? Я нихера не пойму. Так, так. Что делать-то будем? А может там снаружи где-то есть лестница какая-то, не знаю, проход. Блять, еще медведя не хватало, чтобы он здесь ходил. Так. Блять. Главное не пизданус еще. Не, ну ты тут по идее до хуя бегают. Я со всеми не разберусь. Блять, ну как туда же можно попасть на эту вышку или как-то? А, чтоб они сюда ко мне не залезли. Здесь никаких летающих нету, блядь. А то здесь бывают еще летающие пчелы такие гигантские летают. Бля, вот лестницу есть только поставить, но у меня лестницы нет, я не могу поставить. Так, я окно разбил, ничего не дали. Материал нет. Не знаю, сколько вот, блядь, этот камень пробует ломать.
какие-то каменные блоки выставить. Чем-нибудь такое подобие могу сделать, нет? Так, или для каменных блоков что-то надо специальное. Где ты, вот, да? Так, железное я могу делать, деревянные. Блять, уже все забыл. Что да как делать? Не, мне простые камни нужны. Простой каменный блок. А, походу ни хера. А, вот это что, не дерево? Нет. Блять. Что ж, на этом моменте я закончу видео. Продолжим играть в следующей серии. С вами был канал TheHuggerNaut Play. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока. А я пока думать буду, как же мне туда наверх залезть, блядь.